племянники в гости приезжали. Здесь я уже пересадила шелковицу, потому что ее в этом году не успеваем высадить в грунт, потому что там нужно доделать газон, выровнять. Перчик, скорее всего, я в этом году его тоже не буду заносить, потому что он пострадал от града, пострадал от паутинного клеща, и, в общем, мне кажется, что ему уже пришел срок. Видите, уже листьев практически нету, одни голые ветки. Вот здесь я замотала, там у него еще крупные плоды. Крупный он действительно нарастил после града. Жду, пока начнут зреть. Ты там еще. А те, что в грунте, я вам вчера показывала, они только цветут после града. Еще только-только цветут и начинают завязываться, но уже пришла осень. Ой, на шелковице я еще где-то видела ягодки. Ярик бетонирует. Клубничка. Если не успею ее в этом году в грунт высадить, хотя бы в горшочек побольше пересажу. Это та фасоль, которую мы из Италии привезли с собой, и она прям в стручке проросла. Мне было жалко, я ее посадила. Вот она дала кучу стручков. Несколько мы уже съели. Эти дозревают еще. И все цветет и цветет. Красавица. Кабачки уже сильно-сильно заболели, но еще продолжают давать даже плоды. Как к нему здесь подобраться? То ли кто-то надкусил, но неважно, то обрежется. Thank you.
Сегодня 29 сентября. О, этот огурец уже пора снимать. Растут огурчики. А тут у меня вот что делается. Дома собирать грядки теплее, удобнее, светлее и вообще. У нас эту неделю лили дожди, так что на улице практически ничего не делали. Ну и место как бы позволяет пока. Ну да. И отсутствие отделки позволяет пока. Не, вообще по фен-шую это гараже надо было бы делать в идеале, да? Поскольку там склад. Гараж занят. Делается тут. Трактор ездит, косит обочины возле поля. Ну? Мы готовим грядку для голубики. Ей нужна грядка 40 сантиметров глубиной примерно и полностью с замененным грунтом. Поэтому на низ у нас пойдет крупная щепа. Дальше грунт для голубики, вернее, здесь такого я не нашла, поэтому для рододендронов. И сверху еще будет кора. В общем, теперь у меня две грядочки. Ура! Здесь еще сверху мульча будет после того, как голубику посадим. Так, по горячим следам показываю. Щепа такая. Главное, чтобы она была сосновая. Здесь еще иногда pH можно найти щепы. Но на эту, по-моему, не указано, да? Я не вижу сейчас быстро так. Земля вот такая. Здесь у нас pH стоит 4,7. И вот такая. Тоже для гортензий и рододендронов. Это от Оби фирменная. Чуть-чуть дешевле она. В пересчете на литр. Так, где-то здесь тоже были параметры. А, где они? Где они? Где они? Вот. pH 4-5. Теперь все это надо убрать. Итого сюда вошло 4 мешка щепы и 17 мешков земли. Ну и борта проложили пупыркой строительной. И тут, и там.
нас дуже сильний вітер. Дерева зносить. Так що сьогодні вдома щось будемо робити. Мабуть, збирати ще одну грядку. Немножко сквозняк, не знаю, что со звуком. Мы потихоньку высаживаем голубику. Вот вторую грядочку подготовили. Это как раз под нее. Сейчас сюда три кустика посадим. И он уже мульчу притащил, будем мульчировать. В качестве мульчи кора хвойная какая-то. Сосновая, говорят, важно. Именно сосновая кора. Вот. Ну, вот и эта грядочка готова.
Сегодня 4 октября, получила посылку с луковичными, буду высаживать. Впервые имею с ними дело, поэтому будем пробовать. Здесь много крокусов, есть один, в основном ботанические крокусы, есть один вот покрупнее, ботанические тюльпаны, ботанические нарциссы и не только. Еще карликовые ирисы и виноградный гиацинт, он дословно переводится, вообще мускари. Так интересно, буду пробовать что-то новенькое. Осталось все это посадить. Здесь уже нужно покосить газончик. Начнем с тебя, а потом...
Сегодня 5 октября, у нас летние дни, и цукини, видите, из-за того, что холодно было, он светло-салатовый, хотя обычно темно-зеленый, такой интересный, еще продолжает плодоносить, несмотря на то, что листва уже совсем пожухла. И здесь кабачочек. Как кто-то работает. Кот отсыпается за всех. А это к нам приехала Палета с нашим будущим забором между соседями. Приехала еще одна Палета, но, как оказалось, там не наш заказ, поэтому ее заберут, а нам привезут наш заказ, потому что это только малая часть. Еще должно быть много-много планок. А их здесь всего вот две коробочки, то есть два пролета. А должно быть, по-моему, 14. Весь почек еда.
Здесь у меня самосев шпината. Еще, в принципе, месяц до морозов, так что, может быть, мы еще успеем шпинат свой поесть. Видите, прям в мульче пророс. Томатики все еще цветут. Редис. Семена салата нужно не забыть собрать. Я уже собирала, но эти тоже уже поспели, нужно собрать. А там куртинка такая, клевера мелкого. Но здесь у нас еще будет выравниваться грунт. И все это засыпется. Теперь здесь какая куча выбранной земли для забора. Из-под забора. Теперь это нужно тоже куда-то разравнивать. А вот наша не наша палета. Перед гаражом хорошо разрослась трава. Здесь мы начали уже засыпать землю. Вот эти камни еще выберу когда-нибудь, и можно засыпать дальше. И мне еще пришло 2 кустика лаванды, которой не хватало. Я ее вот высадила. Вот и вот. Это другой сорт. Вот это вот. С цветочками. Наверное, нужно обрезать ее, да? Чтобы укоренилась получше. А эти кустики, смотрите, вот это новый. А вот это то, что были посажены. Серёга добывает с антигрибковым антимохом. Ты еще попробуй объяснить, зачем мы люк красим. Просто от нефиг. Мне кажется, это все от нервов. Можем, можем, вот и красим. А я сегодня весь день занимаюсь тем, что высаживаю луковицы крокусов на склон наш. Здесь уже 5 деревьев, вот эти вот. Уже высадила вокруг них разное луковичное. Вокруг этих деревьев еще осталось высадить. Вокруг всех вот этих, что в кадре. Вот приствольный круг
заодно делаю. Убираю газон, который вырос вне круга. Чтобы вот так ровненько было. Видите, эти еще нужно обработать круги и посадить вокруг них луковичные. А здесь на склоне уже почти готово. Осталось высадить последние 16 крокусиков. Они такие масенькие. Весной посмотрим, что из этого получится. Как они перезимуют и как все остальные луковичные приживутся. Ну, на склоне получилось 80 луковиц. Под каждым деревом около 20. Там разные ботанические тюльпаны, ботанические нарциссы. А Ярослав там доставляет еще 3 панели, которые когда-то давно привез из командировки.